Недаром эту собачку назвали Той Пудель. Она действительно очень похожа на плюшевую игрушку. Это самая маленькая разновидность породной группы. Малыши пудели появились только в прошлом веке, но благодаря своей потрясающей внешности очень быстро завоевали популярность во всем мире. Взгляните хотя бы на этот пушистый шарик. Может показаться, что это редкая порода миниатюрной овечки. А все потому, что пудели – лучшие модели для грумеров. Делать им стильные и неординарные стрижки – одно удовольствие. Микки танцует не только в ритм музыки, но и в такт щелкающим ножницам. Впрочем, не только пуделям нравится, когда за ними ухаживают. Ретривер Хани настойчиво требует, чтобы хозяйка сделала и ей маникюр. Миниатюрный пудель – еще одна разновидность породы. Он всего на несколько сантиметров выше Тоя, но уже не такой хрупкий. С ним можно бегать на лыжах в лес зимой, ходить за грибами и даже заниматься плаванием. Правда, до многих мест приходится добираться слишком долго. Несмотря на красивые виды за окном, через полчаса четвероногих уже клонит в сон. А все потому, что ездить на заднем сиденье автомобиля – скукотища. Вот Рутс повезло быть питомцем мотоциклиста. Другое дело – надеть модные очки, забраться в рюкзак к хозяину и нестись навстречу ветру. Добби тоже любит путешествия. С наступлением лета каждые выходные на рыбалку. Для купания вода пока холодновата. Приходится ходить туда-сюда по лодке. Хоть какое-то развлечение. Видимо, придется Добби скинуть пару лишних килограммов, чтобы спокойно проходить узкие места. Шерсть пуделя – это изюминка породы. Существуют разные окрасы, в основном однотонные – серые, коричневые, рыжие, белые. Но есть и вот такие удивительные двуцветные пудели. Называются орликин. Они очень редкие и поэтому самые ценные.